Коллеги, всем добрый день. Прошу присаживаться. Мы начинаем. 15:00. Ну, мы подождем еще одну минуточку, тут коллеги присядут. Коллеги, вас ждут. Итак, коллеги, еще раз добрый день. Ура выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета. Хочу сказать, что сегодня в этом зале, вот здесь и сейчас, это элита Санкт-Петербургского государственного университета, потому что это люди, которые не просто закончили университет, они закончили магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо вам, ребята, удачи! Ну и поскольку в списке приглашенных был и я, от вашего имени приглашен на эту торжественную церемонию, то позвольте мне объявить, что торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам Санкт-Петербургского университета объявляю открытой! Уважаемые коллеги, конечно, я вас искренне поздравляю с тем, что вы сегодня получаете дипломы Санкт-Петербургского государственного университета. Всем очень понятно, что вы учились в достаточно такое сложное время и вернулись в университет и почувствовали эту атмосферу Санкт-Петербургского государственного университета немножко в других условиях. Но мы вам очень благодарны за то, что вы вместе с нами, скажем, вот ощутили вот эту атмосферу. И самое главное то, что вы поняли, что сегодня и для журналистов, и для специалистов в области рекламы и связи с общественностью появилась просто другая миссия. Не то, что исчезла другая, но появилась другая миссия. А именно миссия поддержания атмосферы социального оптимизма в нашем обществе. Поэтому для вас большая работа впереди и большая ответственность. Понятно, что в процессе обучения, конечно, вы сталкивались с тем, что вы увидели новый вызов в Санкт-Петербургском университете, а именно то, что вам предлагали некие, там, скажем, новые, так называемые, такое проектное образование. Вы участвовали, вы вместе с нашими коллегами решали какие-то крупные задачи от Росатома до благотворительного фонда. Вы все понимали, насколько для вас важно именно закончить Санкт-Петербургский государственный университет и магистратуру. Сегодня вы получите, значит,
документ. Вы и так умные, а таск у вас еще и будет документ о том, что вы умные, представляете? То есть двойной. Вот, конечно, мы вас ждем в аудитории через какое-то время, когда вы накопите какой-то опыт и сможете поделиться этим опытом. Мы ждем вас в аспирантуру, потому что, ну, знаете, магистратура – это примерно как кандидатская диссертация. Знаете, так, просто защитить кандидатскую диссертацию ради кандидатской диссертации, ну, никакого смысла. Ее защищают только для того, чтобы потом защитить докторскую диссертацию. Поэтому вы, конечно, закончили магистратуру, у каждого из вас есть свое понимание. Вот, кто-то пойдет, конечно, работать, кто-то, там, я не знаю, выйдет замуж, кто-то женится, кто-то просто будет жить красиво. Вот. Но на самом деле это же не мешает нам, чтобы мы с вами встречались. Вы должны просто понимать, что сегодня вот сейчас вы получите все эти дипломы, да? Вы получите, пройдете по университетской набережной, и вся эта университетская набережная, она будет, ну, просто блестеть, потому что по этой университетской набережной будут ходить туда-сюда самые дорогие бриллианты Санкт-Петербургского государственного университета. Это выпускники Института высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Я, конечно, поздравляю вас. Конечно, я преклоняюсь перед вашими родителями, перед всеми нашими гостями, которые вот присоединились. Сегодня мы все вот празднуем вот такой вот замечательный день. На самом деле, я постараюсь передать слово моим коллегам, которые тоже должны что-то сказать. Вот. Но для начала хочу просто пожелать вам то, что в последнее время для меня какой-то такой, даже для меня самого, некий такой вызов. Не забывайте, что жизнь как небо. Летайте, получайте удовольствие, наслаждайтесь. Удачи вам! И, конечно, я приглашаю на эту сцену коллегу Чиндинь. Ну, значит, где-то добегает до той стены, которую не перепрыгнуть. Екатерину Владимировну Выровцеву. Галина Константиновна, помоги, пожалуйста. Да, присоединяйтесь. Панкова Галина Константиновна заменяет, будет сегодня Чиндинем. Спасибо за такой первый неожиданный опыт, Анатолий Степанович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, выпускники, родители. Мы с Чинди, который бежит, представляем, будем вручать диплом программе «Профессиональная речевая деятельность в масс-медиа». И я хочу сказать, что у нас всегда хорошие магистры, но в этом году у нас какие-то уникальные магистры. И это касается и русскоязычных, и тех, кто к нам приехал учиться в Китае. По сути, можно писать портрет идеального студента с наших магистров, которых сегодня получат этот заветный диплом. И, как поется в одной известной песне, я хочу верить в то, что по закону сансары именно в таких учениках мы отражаемся как учителя, и эти дети будут петь нашими голосами, а потом нашими голосами запоют их дети. Чудесные слова. Я полагаю, что все слова, которые мы разучили, вы разучили, учась в Санкт-Петербургском университете, останутся с вами навсегда. И все те мелодии, которые вас сопровождали. И очень приятно, что вы такие разнообразные. Вы приехали из разных стран, из разных городов. И вы дерзнули поступить в магистратуру, чтобы перейти на какую-то другую ступень. Да? Потому что когда я училась, магистратуры не было. Я не знаю, что это такое. У меня нет этого опыта тоже. Как и быть Чинди сегодня. Вот. Поэтому я от души вас поздравляю. Я желаю вам не останавливаться, потому что магистратура не предел, и не обязательно в науке. Просто идите дальше, идите смело, ничего не бойтесь, и будьте успешны и счастливы. Начинаем мы, как по традиции, с диплома с отличием. Я с удовольствием приглашаю на сцену Цзюаня Вань. Красный диплом. Цзюаня нету? Он, наверное, с Чинди где-то.
Я приглашаю Корнееву Полину Александровну для получения диплома с отличием и почетного знака выпускника Санкт-Петербургского государственного университета. Я приглашаю Диану Владимировну Наксину, диплом с отличием. Я приглашаю Румянцева Романа Олеговича, диплом с отличием. Чинди, поднимайтесь на сцену. Анастасия Алексеевна Тимофеева, диплом с отличием. А вот с приходом Чинди пришла пора вручать дипломы без отличия. И я передаю ему это почетное право. Ван Сюйте, рафляю. Кто? Ван Сюйте. Так. А, она из Китая. Она так в Китае. Что, да. Привет в Китае. Да. И привет из Китая, Ло Иньшу. Она тоже. Тогда я приглашаю Ирину Геннадьевну Исакову. Хоу Пэй Яо, она здесь. Исакова Ирина Геннадьевна, поздравляем. Меня не слышно? Итун Фан. Чан Син, она тоже в Китае. Так, чувак. Ну, Ирландия. Мы от всей души поздравляем выпускников, родителей, которые приехали поддержать их даже из Китая. И я хочу от лица всей нашей кафедры, всех преподавателей пожелать всем-всем и в личной жизни, и в профессиональной, чтобы как можно было больше того, с чем вас можно было бы поздравить, и как можно меньше оставалось того, что вам можно пожелать. А теперь приглашаем на сцену для вручения дипломов выпускникам магистерской программы «Медиатекст в массовых коммуникациях» Искандера Маратовича Нуруллина, выпускника 2017 года программы «Международная журналистика», руководителя СММ-дирекции издания «Деловой Петербург» и доцента кафедры цифровых технологий Наталью Анатольевну Павлушкину. Всем удачи! Цифровых медиакоммуникаций. Ну что, второй выпуск программы, женский состав. Но наши девчонки не только красавицы, но и умницы. Спасибо вам за 2 года работы, за ваши талантливые проекты, за ваши исследования, за ваши материалы. Мы вас очень любим, двери кафедры всегда открыты, кофеварка работает, поэтому мы вас ждем. Пусть в вашей жизни все сложится так, как вы мечтаете и как вы планировали. Будет в сентябре обновленная кафедра, не менее роскошная, как этот зал. Поздравляю вас, выпускники и магистранты Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций с ПБГУ. Ваши знания, полученные тут, вас ставят в лидеры среди всех новых поколений журналистов. Помните, что журналистика, в первую очередь, это профессия с мощным социальным влиянием. И ваши истории могут не просто вдохновить людей, они могут изменить судьбы.
Вот. Я желаю вам успеха. У вас только все начинается. Диплом с отличием вручается Регине Ришатовне Бектимировой. Диплом с отличием вручается Есиной Кристине Владиславовне. Диплом с отличием вручается Марии Александровне Куликовой. Диплом с отличием вручается Эрхитуевой Эржене Баджаповне. Диплом с отличием вручается Элине Ришатовне Ягудиной. Диплом вручается Ефремовой Наталье Сергеевне. Диплом вручается Софье Ильинишне Мальцевой. Диплом вручается Милюхиной Ангелине Олеговне. Диплом вручается Юлии Рамильевне Сабировой. Диплом вручается Свиридовой Анне Андреевне. Диплом вручается Анне Юрьевне Торговцевой, но она уже на Мальдивах, кажется. Диплом вручается Травке Елизавете Андреевне. Диплом вручается Ицун Джан. Еще раз, ребята, вас поздравляю, ну и не только вас, но и магистрантов, с которыми я пересекалась, программа «Журналистика и культура общества», «Медиакоммуникации», вы умнички, талантливые, поздравляю вас тоже. Я приглашаю для вручения дипломов выпускникам образовательной программы магистратуры «Историческая журналистика» своих коллег, доцентов кафедры истории журналистики Константина Васильевича Силантьева и Ольгу Сергеевну Кругликову. Здравствуйте, дорогие наши выпускники. Я далеко не первый раз в своей жизни, в принципе, вручаю дипломы, но первый раз в жизни я вручаю диплом именно в этом статусе, в статусе руководителя образовательной программы магистратуры. Ребятки, те шестеро из десяти, которые сейчас здесь в зале, вы мой первый набор и первый выпуск. И я хочу сказать, что, мне кажется, ни один руководитель программы не может мечтать о лучшем наборе и лучшем выпуске, чем были вы. Просто спасибо вам огромное за то, что с вами было так сложно, а с вами было сложно. Но это было очень интересно, и вы огромные молодцы. Конечно, мне каждому из вас хочется сказать отдельно много о нем лично, но у вас нет сейчас такой возможности. Впрочем, я надеюсь, что она будет, потому что и двери университета, и двери кафедры, которая, надеюсь, стала для вас тоже домом в каком-то смысле, и двери 309-го кабинета, где вы всегда можете найти меня, они для вас всегда открыты. Вот, и мы с моими коллегами с кафедры всегда очень рады вас видеть. Еще вчера буквально мы занимались приемом в магистратуру ребят, а прошло уже 2 года. Я хотел бы поздравить очень всех выпускников, пожелать
наилучшего вам и вашим близким, чтобы у вас было хорошо. Соответственно, что пожелать магистрантам, магистрам, людям с двумя высшими образованиями, не останавливаться, двигаться вперед. Надеюсь, что сегодняшняя точка, важное мероприятие, будет не последним в таймлайне ваших достижений и успехов. Спасибо большое. Спасибо. И я была бы очень рада лично вручить диплом с отличием Александру Владимировичу Егорову, который сейчас отдает долг родине в статусе военнослужащего на военных сборах. Поэтому, как только он с них вернется, мы обязательно вручим ему этот диплом. Диплом с отличием вручается Кириенко Александру Михайловичу, коллеге по приемной комиссии. Диплом с отличием вручается Сурковой Анне Руслановне. Диплом с отличием вручается Попову Ярославу Алексеевичу. Еще один диплом, который мы вручим чуть позже, когда Юлия Олеговна Хазова приедет и будет получать свой диплом с отличием. Но дело в том, что практически сразу после защиты диплома Юлию Олеговну приняли в штат в статусе начальника отдела регионального ТАСС в Омске, поэтому она сразу уехала выполнять свою рабочую функцию. Да, и ну также диплом вручается Аваковой Екатерине Владимировне, которая тоже, я так понимаю, принимает поздравления удаленно. Да. Она давно работает на радио и работает в городе Сочи, тоже возглавляя региональное отделение радиостанции. Поэтому вручим ей потом, когда она к нам приедет. Диплом об окончании магистратуры вручается Екатерине Дмитриевне Ивановой. Я аплодирую. Диплом вручается Ирине Игоревне Ликутовой. Диплом об окончании программы магистратуры вручается Махарт Анне Константиновне. Нашей коллеге по Санкт-Петербургскому университету, работающей в управлении связи с общественностью. И мы рады пригласить на эту сцену наших коллег для вручения дипломов программы «Журналистика и культура общества». Мы приглашаем профессора Сергея Григорьевича Карканосенко, заведующего кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций, почетного профессора СПбГУ, заслуженного работника высшей школы. И профессора Марину Аркадьевну Воскресенскую, профессора кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций. Направление журналистика и культура общества долгое время существовало как профиль в рамках единой магистратуры, а потом было преобразовано в отдельную самостоятельную магистерскую программу. И вот сегодня первый выпуск этой программы, выпуск супердостойный, очень яркий, очень любимый. Так хочется наглядеться на вас, пока еще мы все вместе. И совсем не хочется сегодня давать какие-то наставления, напутствия. Вы такие умные, вы такие талантливые, другие сюда просто не попадают. А теперь еще и такие повзрослевшие, так много знающие и умеющие, что это впору у вас просить доброго совета. А я хочу лишь пожелать вам не растерять азарта, не растерять дерзости,
не утратить вкуса ко всем радостям жизни и ко всем ее вызовам. Ну а мы будем просто любить вас, как прежде, болеть за вас, радоваться за вас и очень ждать вас всегда здесь, в этих стенах. Поздравляем вас с этой новой взятой вершиной. Учитывая климатические обстоятельства, организаторы церемонии очень просят говорить коротко, поэтому я очень коротко раскрою один секрет. Мы у себя на кафедре теории, которая курирует программу ООП магистратуры, экономим слова и время. Поэтому никогда не называем полностью вот магистранты такой-то программы, основной образовательной программы и так далее, и так далее. Мы говорим просто и понятно. Это наше культурное. Так как если бы мы говорили про исследовательскую журналистику, это наши исследовательские. Мы сейчас о культурных. По-моему, это лучшее из возможных сочетаний. Культурный журналист, видите, есть согласные. Культурный журналист, что может быть выше, интереснее, благороднее, достойнее? Конечно, это гораздо лучше, чем не то, что там некультурный, а какой-нибудь там функциональный, многофункциональный, универсальный. В общем, желаю быть на уровне. Ну, а мы постараемся подбросить вам новых выпускников, не менее культурных. Ну, мы с отличием. Это Карапетян Марьям Арменовна, которая... Очень жаль. Диплом с отличием вручается Амеличевой Дарье Андреевне. Диплом с отличием вручается Кузяевой Елене Андреевне, с которой мы встретились 2 дня назад, 2 дня, кажется, в городском транспорте. Она мне сообщила, знаете, а у нас будет вручение дипломов. Я говорю, что вы говорите, не я ли буду вручать? В общем, очень удивилась. И вручаю, как договаривались. Держите. Диплом с отличием вручается Красильникову Никите Максимовичу. Диплом с отличием вручается магистру Лу Фэй. Фотографиями которого заполнены не только все стены нашего института, но и других приличных учреждений. Спасибо вам большое за эту благородную работу и за искусство ваше фотографическое. Держите. Диплом с отличием вручается Лыженковой Анастасии Александровне. И диплом с отличием вручается Прусаковой Ольге Павловне. Диплом с отличием вручается Сентюрёвой Елизавете Алексеевне. Диплом с отличием вручается Чумаченко Никите Александровичу. Это результат. Держите. Диплом с отличием вручается Юровской Анне Андреевне. И диплом вручается Ван Мин Ли. Диплом вручается Левиной Дине. А я, в свою очередь, вручаю диплом Роману Витальевичу Панкину. Это
диплом вручается ПРЭТРО Полине Игоревне. Диплом вручается Чэньша Юй, который дошел. Ну что ж, дорогие наши, в добрый путь. Должны предоставить слово, дать микрофон для вручения дипломов по образовательной программе управления коммуникационными проектами. И приглашаем на сцену Ивана Ивановича Макарова, пресс-секретаря Банка Открытия по Северо-Западному федеральному округу, регулярно работающему у нас в Государственной аттестационной комиссии, разумеется, нашего выпускника. И профессора Веру Алексеевну Ашкасову, заведующую кафедрой связи с общественностью, политики и государственным управлением. Лев Пап, не волнуйтесь. Дорогие выпускники, несколько лет назад моя аспирантка, закончившая бакалавриат и магистратуру в других вузах, сказала как-то: Вера Алексеевна, всю жизнь, свою сознательную, еще молодую жизнь, я мечтала поучиться в СПбГУ. И такое счастье, что я стала аспиранткой этого вуза. Мне бы очень хотелось пожелать всем тем, кто сидит в этом зале, вот это ощущение счастья сохранить по жизни. Потому что, вот вы знаете, я его несу всю свою сознательную и уже не очень маленькую жизнь. Это очень здорово, и мне кажется, наверное, то, что нас впереди ждет, а ждет нас с вами в феврале месяце 300-летие старейшего и лучшего вуза в России, позволит нам все вместе еще раз собраться в реальном формате, либо же в онлайн, я не знаю. Но нам бы очень хотелось снова вас увидеть и снова обменяться какими-то очень яркими, добрыми, а может быть и проблемными впечатлениями. Счастья вам и, конечно же, успехов на профессиональном поприще. Коллеги, Анатолий Степанович сказал, что вы элита Санкт-Петербургского государственного университета. Я присоединяюсь к его словам и хочу вам еще напомнить о том, что вы вместе с тем являетесь элитой своей страны, как бы эта страна ни называлась, даже в том случае, если она называется Китай, и там огромное количество людей, вы элита своей страны. Вы должны об этом помнить, это огромная честь и огромная ответственность. Я вам желаю, чтобы вы с честью через всю жизнь прошли и пронесли вот это ощущение. Ну и теперь давайте к награждению. Большим удовольствием вручаю диплом с отличием Валуйко Валерии Евгеньевне. Диплом с отличием вручается Евтеевой Екатерине Сергеевне. С отличием вручается Лапшиной Софье Витальевне. Диплом с отличием вручается Мацневой Алене Олеговне. Диплом с отличием надо бы вручить Петропавловску Андрею Сергеевичу. Это наш блестящий совершенно староста, но, к сожалению, сейчас он проходит сборы, и я думаю, что в скором времени будет поступать в аспирантуру. Диплом с отличием вручается Пономаревой Анастасии Олеговне. Диплом с отличием хочу вручить Смирнову Илье Романовичу. Диплом с отличием вручается Строгальщиковой Дарье Алексеевне. Диплом с отличием вручается Хрущевой Александре Андреевне. Диплом с отличием
Вручается Шерстобитовой Алене Александровне. Диплом вручается Батателлу Арминду Аугусту Гонсалу. Ван Вэй, диплом магистра. Вручается диплом Лю Хань. Диплом магистра вручается Морозовой Кристине Сергеевне. Диплом вручается Джан Цзиньцюань. Диплом магистра вручается Шэнь Цзюньчи. Два последних слова. На самом деле, выпускной не означает окончание обучения. Обучение должно сопровождать всю вашу жизнь, это совершенно очевидно. И вот эту мысль мы пытались вам, что называется, не только донести, но и сделать, если хотите, мессенджером вашей дальнейшей карьеры. И мне сегодня было крайне радостно узнать, что уже в этом зале сидят аспиранты. Это так здорово, то есть поступившие аспиранты. Давайте похлопаем всем тем, кто поступил в аспирантуру. А мы имеем честь пригласить на эту сцену Елену Владимировну Быкову, профессора и старшего преподавателя кафедры связи с общественностью в бизнесе Декалова Владислава Владимировича. Дорогие выпускники, вы знаете, сегодня, наверное, один из самых значимых дней в вашей жизни и очень светлых. Здесь в безопасности пребывает девиз нашего университета. Сегодня вы выходите из этих стен в достаточно суровый, серьезный, взбаламученный и опасный мир, где каждое ваше слово будет очень значимым. Я хочу, чтобы вы были серьезны, вдумчивы, ответственны и, самое главное, хранили то братство, тот союз, который сформировался в стенах этого университета. Помогайте друг другу, поддерживайте друг друга. Будьте вместе. Да, коллеги, друзья, добрый день. Очень радостное событие. Очень здорово, что у нас так много магистрантов, то есть не только тех, которые получили профессиональное образование, но уже сделали первые шаги на научном поприще. Очень круто, что вы участвовали в конференциях, участвовали в научных семинарах. Даже те, кто делал это в рамках учебных дисциплин, например, моей дисциплины, да, все равно проявили себя отлично. Я очень надеюсь, что вы не просто получите диплом магистратуры для того, чтобы было закончено образование, закрыть гештальт, но и для того, чтобы продолжить свое обучение в аспирантуре, да, и, соответственно, написать научную работу, кандидатскую степень, и написать очень много-много крутых научных статей, которые будут являться украшением нашей научной мысли, научных школ Санкт-Петербургского госуниверситета и российской научной школы в целом. Спасибо и удачи. И диплом с отличием получает Бочкарева Валерия Дмитриевна. Диплом с отличием получает Бондаренко Полина Дмитриевна. Диплом с отличием получает Гладышева Елизавета Алексеевна. Диплом с отличием вручается Густакашиной Алене Александровне.
Диплом с отличием вручается Карнауховой Дарье Владимировне. Кажется, тоже нет. Диплом с отличием вручается Масихиной Александре Васильевне. На сцену для вручения диплома приглашается Кагай Александр Денисович. С отличием, кстати. Отлично смотрит. Диплом вручается Аксенкиной Анастасии Станиславовне. Для вручения диплома на сцене ждем Данилу Андреевича Василенко. Не дождемся, видимо. Ладно. А, да, он на сборах. Окей. Диплом вручается Камилиной Анастасии Евгеньевне. Диплом вручается Кормилицыну Тимофею Сергеевичу. Тоже на сборах. Диплом вручается Пань Юань. Диплом вручается Полькину Евгению Андреевичу. Тоже, видимо. Диплом вручается Рощупкину Сергею Сергеевичу. Тоже на сбор. На сцену для вручения диплома приглашается Дарья Михайловна Стасюкова. На сцену приглашается для вручения диплома Хуан Цяо. На сцену приглашается Джан Мэн Кай. На сцену приглашается Джао Цзицзянь. Дорогие магистранты, в добрый путь и до новых встреч. Мы действительно ждем вас, и наши двери для вас всегда открыты. Да, поздравляем вас и, соответственно, передаем слово нашим коллегам. Тамаре Михайловне Громовой, кафедра международной журналистики, и профессору Сергею Борисовичу Никонову. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые выпускники. Волнительно очень. Я не готовила никакой речи. Я хочу просто сказать, что я удостоилась чести поработать с вами год. И за этот год я поняла, какие вы все уникальные и замечательные. Каждый из вас является предметом гордости для меня, является уникальным человеком, потрясающим специалистом и... Наверное, все на этом. Спасибо вам огромное и жду вас в аспирантуре. Ура. Ребята, я, конечно, забыл закончить лекцию, которую мы с вами начали, поэтому запоминайте последние слова. Санкт-Петербургский государственный университет – это лучший университет в мире. На этом наша лекция закончена, и мы переходим к вручению дипломов. Диплом вручается Бандровской Дарье Денисовне. Диплом с отличием. Диплом с отличием вручается Ван Хуньзянь. Хуньзянь.
Диплом вручается ВЮЦИ. Диплом с отличием. Диплом с отличием вручается ГЮЦИ. Диплом с отличием вручается Ионовой Ангелине Владимировне. Ихтонова Дарья Владимировна. Диплом с отличием. Диплом с отличием вручается Лина. Диплом с отличием вручается Лю Джэньжань. Маханько Полина Александровна. Диплом с отличием. Диплом с отличием Сю Люнхуэй. Одни отличники у нас, как вы поняли. Дзя Цзиди. Диплом с отличием. Джан Жуй. Диплом с отличием. Что вы думаете? Диплом с отличием Джоу Шинань. Диплом с отличием Ши Юнчунь. Ширлина Валерия Олеговна. Диплом с отличием. Так, пошли просто магистры. Адже, Ладжа, Антинуки, Грасс. Наши люди. Не соглашусь, что это просто магистры, Сергей Борисович. Это самые крутые магистры. Вот это соглашусь, пожалуй. Бердникова Анастасия Алексеевна. Ван Пинь, на сцену за дипломом. Ван Цянь. Для вручения диплома приглашается Ду Джинья. Дилара Баке приглашается на сцену. Уйгурский автономный округ. На сцену приглашается Жун Цзы. Ли Хунган, добро пожаловать на сцену. Для вручения диплома приглашается Ли Цзяи. Ло Минтао, добро пожаловать. Приглашается Лю Сышо.
Новикова Дарья Борисовна. Суперблогосфера. Приглашаем Сунь Джинкай. Удзямин. Есть. Добро пожаловать на сцену. На сцену приглашается Дзян Джиньюй. Дзян Люмен. Диплом вручается Джан Сяоин. Джан Тяньхэ. Джан Яо. Приглашаем вас. Джао Цинсун. И на сцену приглашается Джу Сюаньи. Спасибо большое, что вы все нам сегодня сюда пришли, что вы не уехали. Дорогие мои, не забывайте, пожалуйста, про университет, про нас, преподавателей. Приходите, мы всегда вам будем рады. Я вас очень люблю и обнимаю всех. Для вручения дипломов по образовательной программе «Визуальная коммуникация» мы приглашаем своих коллег Кузьмину Анну Михайловну и Куйна Александра Васильевича. Ребята, помашите, кто в «Визуальной коммуникации»? Ура! Я, если честно, очень вами горжусь. Вы такие амбициозные, вы столько всего сделали за эти 2 года. Не снижайте планку, мечтайте, двигайтесь к своей мечте. А мы всегда будем рядом. Дорогие коллеги, поздравляю вас от лица кафедры рекламы и медиадизайна. Поздравляю и хочу поблагодарить. Выступать восьмыми. Не очень удобно, потому что все теплое и все суровое уже сказали. Но вот еще никто вас не благодарил сегодня. Я думаю, мы будем первыми. Поблагодарить за ваш пытливый ум, который, мягко говоря, в период написания ВКР давал нам очень много полезного в плане совместного поиска. И поблагодарить за вашу любознательность, за вашу ненасытную тягу к знаниям. Это правда, она искренняя. И за понимание, которое вы проявляли к нам, к своим преподавателям. И пожелать, чтобы вы всегда оставались такими. Даже когда вернетесь к нам, более профессиональными, чем мы, оставайтесь всегда такими же теплыми, любимыми нами, как сейчас. И, в принципе, нашей надеждой на аспирантуру. Это уже, наверное, 5-й раз сегодня звучит. Но очень нужны кандидаты, очень. Убеждаем. Да, и у нас еще есть Ангелина Александровна Дорофеева с программы «Авторский аудиовизуальный проект». Мы хотим отдельно сейчас поздравить и получить диплом. Приглашается для вручения Абрамов Дмитрий Андреевич. Чем диплом.
Сям Саммерсень. Для вручения диплома с отличием приглашается Винокурова Анастасия Эдуардовна. С отличием диплом Анна Александровна Гаврилова. Супер! Супер проект! Для вручения диплома с отличием приглашается Ершова Валерия Ивановна. Мария Руслановна Кузьмишина, диплом с отличием. Ура! Для вручения диплома с отличием приглашается Макарова Мария Александровна. Диплом с отличием Анастасия Александровна Мудревская. Для вручения диплома с отличием приглашается Мурай Дарья Ивановна. Диплом с отличием Виктория Витальевна Павлова. Диплом с отличием вручается Сенаторовой Арине Владимировне. Диплом с отличием Асе Викторовне Стародубцевой. Диплом с отличием вручается Хабаровой Наталье Вячеславовне. Диплом вручается Анастасии Георгиевне Борисенко. Для вручения диплома приглашается Ван Сяньжуй. Вручение диплома приглашается Кузнецов Роман Дмитриевич. Для вручения диплома приглашается Ли Янь Юй. И для вручения диплома приглашается Пань Синьи. Для вручения диплома приглашается Сифуэнтес Гарсия Дамвилли. Наш испанец. Всем известно. Для вручения диплома приглашается Гульсияр Раисовна Сайфуллина. Ура! Для вручения диплома приглашается Сунь Миньюэ. Вручение диплома приглашается Тань Хайцин. Для вручения диплома приглашается Ткачев Виктор Денисович. Аудзя. Для вручения диплома приглашается Чэнь Жуй. Жан Цици. Жан Юйхэн. Для вручения.
вручение приглашается Джан Цзясюань. И приглашается Джоу Хасинь. Для вручения приглашается Джао Сюэ Ци. Ребята, большие молодцы. Спасибо большое за эти 2 года. Не забывайте университет, не забывайте кафедры. Мы всегда вас ждем. И всегда поддержим. А на сцену приглашается доцент кафедры менеджмента массовых коммуникаций Павел Юрьевич Гурушкин. Ясно. И Екатерина Андреевна Шаркова, доцент кафедры связи с общественностью в бизнесе, директор коммуникационных проектов. Для вручения дипломов по программе медиакоммуникации. Здравствуйте, уважаемые выпускники. Так сложилось, что с курсом медиакоммуникации из года в год у меня и у клиники коммуникационных проектов складываются особо трепетные, теплые и очень продуктивные отношения. За эти 2 года с ребятами, которые выйдут сейчас на сцену получать дипломы, мы успели сделать проекты для киностудии «Ленфильм», для концерна «Росэнергоатом», для академической гимназии имени Фадеева Санкт-Петербургского госуниверситета. Мы съездили с ними в Калининградскую область и в Архангельскую область и поработали над туристическими брендами. Мы также побывали на профессиональных премиях. И я очень надеюсь, что весь этот опыт и те навыки, которые вы приобрели в нашей проектной деятельности, помогут вам быть более конкурентоспособными на рынке труда и сделать успешную карьеру. Спасибо. Дорогие друзья, вы не представляете, насколько это приятно быть причастным к становлению настоящих профессионалов. Вы уже, в принципе, профессионалы, а быть частью этого процесса, когда, собственно, мы можем не только с вами вот и в профессиональном смысле коммуницировать, но еще и в дружеском плане. Для меня медиакоммуникация, конечно, это родная программа, и мы, конечно, уже с ребятами давно подружились, и я надеюсь, что не только с вами, но и, собственно, со всеми выпускниками Санкт-Петербургского университета мы будем поддерживать тесную связь. Мы вами гордимся. Спасибо вам. Диплом с отличием вручается Бактыбек Улу Шабдан. Сцена приглашается Бровкина Анна Федоровна. Диплом с отличием. Диплом с отличием получает Воронина Мария Сергеевна. На сцену приглашается Гугаева Лаура. Диплом получает Дин Цзивэй Цайцзяо... Цайцзяоевна. На сцену приглашается Калинина Дарья. Диплом с отличием вручается Корчевской Валерии Денисовне. На сцену приглашается Кузьменко Дарья. Дарья Евгеньевна, пожалуйста. Диплом с отличием.
диплом с отличием вручается Марачевской Елизавете Олеговне. И эта честь досталась мне, Роэстер, пожалуйста, на сцену. Диплом с отличием. Диплом с отличием Родичева Алена Алексеевна. На сцену приглашается Савчук Дарья Николаевна. Прям бегом. Диплом с отличием Садыкова Софья Романовна. Чернова Иоанна, ждем вас на сцене. Иоанны нет, да? На сцену приглашается Го Юйбо. На сцену приглашается Васильева Полина Юрьевна. Для вручения диплома Дедловских Семен Павлович. Семен Павлович. На сцену приглашается Ду и Фань. На сцену приглашается Марзияи Махмадрасул. На сцену приглашается Ли Дзясюа. На сцену приглашается Мурзагалина Карина Альбертовна. И мы приглашаем Матвееву Анастасию Владимировну на эту сцену. Дорогие друзья, я вот посмотрел свою подсказку и, честно говоря, удивился. Нас с вами, выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, больше, чем... Ну, цифра там была такая, 300 тысяч. Больше 300 тысяч человек. И, конечно, мы бы хотели, чтобы это комьюнити, это сообщество было более тесным и в профессиональном плане, и в дружеском, если хотите, в человеческом. И поэтому от лица Санкт-Петербургского государственного университета, от лица выпускников, ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, мы бы хотели пригласить вас и предложить вам сотрудничество. Поработать в проектной сфере, в вашей профессиональной сфере и, собственно, проявить себя максимально творчески. То, как вы умеете, то, как вы любите. И для этого мы как раз подготовили для вас небольшую презентацию. Внимание, пожалуйста, на экран. Спасибо.
Да, я хотела бы добавить, что мы, конечно, всех вас ждем в качестве партнеров. Вы всегда знаете, что можете написать в клинику коммуникационных проектов и вашим преподавателям и наставникам и прийти с новыми идеями, креативными, творческими историями. Мы вас поддержим, и мы это обязательно воплотим. Вот. А для завершения церемонии на сцену приглашается Анатолий Степанович Пую, директор Института высшей школы журналистики массовых коммуникаций. И все равно я тут не могу. Ну, какая-то несправедливость какая-то. Везде правильные гендеры. Я один. Мальчик, девочка. А меня второй раз, и все без девочки. Олеся Александровна. Вот и девочка, да. Слушайте, а ведь я не зря пригласил на сцену Олесю Александровну, потому что я хочу, чтобы мы просто аплодировали вот ей, ее команде, всему учебному отделу, учебно-образовательному нашему отделу, тем людям, которые все эти годы вот помогали и вам, и нам, и отчисляли, и не отчисляли тоже. Вот. Но вот эти люди, ну, по-настоящему, последние две недели, ну, они живут в университете, вот, и сделали все возможное для того, чтобы мы сегодня с вами могли получить дипломы и вот гордиться тем, что вот мы выпускники Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, все, гендер удался, все, да, спасибо. И еще я что хотел сказать, что вот вы знаете, вы поднимались по сцене, вот, если вручение дипломов, значит, на все смотрела еще профессор Нигматуллина и говорила, как там все красиво. Я тоже смотрел. Я хочу сказать, что вообще без вот этих, как их назвать, черных вот этих синтетических вещей, вы намного красивее и даже умнее. Я просто к чему? К тому, что вы старались, там такие красивые платья, такие обувь там шикарная. И все это закрыли вот этими мантиями. Я прекрасно понимаю, но я же смотрел не как директор, а как мужчина смотрел на всю эту красоту. Вот. Что касается вот какого-то такого вот девиза, мне кажется, что для наших профессий, да, независимо там журналистика, международная журналистика, реклама, связи с общественностью, для нас как бы вот девиз там «Пера с пера ад астра», там «К сортирне звездам», он как бы был полезен на первом курсе. Мне кажется, что сейчас будет как-то иначе звучать, если мы будем думать относительно того, что у нахурунду верном факе. Нет, это я не ругаюсь. И даже не по-французски это говорю. Вот. Просто одна ласточка весну не делает. А это означает, что мы с вами все вместе, независимо от того, журналисты, специалисты в области рекламы, связи с общественностью, медиакоммуникации, мы должны остаться в одной команде, в команде Санкт-Петербургского университета. И плюс ко всему прочему, вы всегда должны быть вместе для того, чтобы достигнуть успех. Но все заканчивается. Я вынужден сказать то, что, скажем так, вот... Я просто сегодня, у меня лекции не было, я должен час 40 проговорить, как вы знаете, иначе мы задыхаемся. Это такая шутка, которую я каждый раз напоминаю, но это часть правды на самом деле. Вот, но пришло время, я должен сказать, торжественная церемония вручения дипломов, читаю, закрыто. Всем удачи!
берегу красавицы Невы, на острове Васильевском, где все бывали вы. Во всем великолепии построены в ряд петровские коллеги стоят. И великие мыслители отечества.